Здравствуйте, Игорь. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Я у вас вчера была, вы помните? Да, да? Конечно, да. К вам домой приехала, мужу похвасталась, что столько всего сделали, ага. Такие ребята хорошие. Да. А он мне говорит, а тебя развели. А я говорю, ну, ты кто же развели? Столько же работы проделали. Конечно, столько работы проделали. Ну что делали? Ну, как... Скажите, напомните, я же мужу вот это сказать, чтобы... Мы же помыли вашу машинку. Да. Закатили сюда в бокс. Да. Да, потом на подъемник ее закатили. Ага. Подняли на подъемнике. Покрутили колеса вперед. Ага. Покрутили колеса назад. Ага. Да, подергали. Потом опустили, ага. Потом выкатили и обратно выгнали. И всего много, лишь... да, работы проделано? Очень много, ну, вы представляете, сколько? И всего лишь... То есть 20 тысяч рублей нормально? 20 тысяч рублей с вас за это взяли, да. Так скажу мужу. Так и скажите.